Здравствуйте, друзья. Тут, может быть, у нас темновато, но вот как есть. Конкурс на канале. Конкурс посвящен десятилетию создания канала. Вот буквально через несколько дней будет ровно 10 лет, как первое видео появилось у нас на канале. Не с момента регистрации, там это понятно, с первого видео. 26 декабря будет ровно 10 лет. И вот конкурс такой будет. Это будет конкурс видео. И специфика его в том, что звук там, ну то, что вы наговорите, это ваше. А видеоряд должен быть составлен из наших видео. Вот из того, что есть на канале. Вы не должны ничего сами снимать. Вы можете там наложить картиночку там или еще что-то, знаете, как бывает так вот, чтобы она там где-то присутствовала. Но во всяком случае, вот наш видеоряд, а ваш голос и так далее, все, что вы хотите там рассказать. Теперь с точки зрения призов. Было много голосов таких, что самый лучший приз – это участие, право на участие в онлайн-классе нашем, который так вообще $1000 стоит, но... Ну, хорошо, а мне не жалко. Значит, мы сделаем таким образом. Мы сделаем три приза в виде участия в классе. Мы скажем, что среди тех, кто живет в США, не за пределами, в самих Соединенных Штатах, вот мы сделаем еще, допустим, три приза в виде книжки моей с подписью. Почему не за пределами? Потому что пересылать муторно очень. А в США это очень легко делается. Поэтому, значит, потом кто-то, может быть, ему не надо этого онлайнового класса. Он говорит, а я лучше книжкой возьму, пожалуйста. Значит, таким образом. И у меня есть открыточки, ну, около сотни. Около сотни открыточек. Мы еще со Светланой там такие полнощеки. Как бы до похудения все это было снято. У нас есть такие... Надо обновить, Светочка, я согласен. Надо обновить. Ну вот какие есть. Это историческая вещь, друзья, такого больше нет. Вот, будем надеяться, что не будет. Там 100 открыток. Но, может быть, из этих 100 там пяток уже куда-то ушел. Там. В общем, вот сколько открыток остается, столько у нас есть для того, чтобы всем участникам послать открыточку. Вот. Открыточку с подписью там в конвертик положим, это не вопрос. То есть как бы просто за участие. Так что вот три приза в виде, значит, учебы, если кому надо, три приза для американских участников, которые вместо учебы предпочтут книжку. Отдельно есть три книжки. И вот неограниченное, ну как, почти неограниченное количество участников. Открыток. Теперь, есть все-таки, значит, одно ограничение, желательно, когда вы будете звуковой ряд к этому делу цеплять, говорите, что хотите, но насчет музычки, значит, мы не хотим нарушать ничьих прав по этой части, да, то есть, как бы, чтобы эта музычка нам потом какие-то, ну, не то, что там большие неприятности, но тем не менее, там, какие-то отношения с Ютубом, поэтому музычку, если вы хотите какую-то ставить, вы тогда берете ее такую, где нет вот этих вот авторских прав. Есть такие музычки, поэтому если хотите, вот возьмите оттуда. А у самого Ютуба есть, кстати, если вы там посмотрите, там довольно много всякой музычки, которую просто так можно взять. И срок мы поставим, ну, допустим, если сейчас у нас 16 декабря, ну, давайте так, до конца января. Да, вот с окончанием месяца января, значит, заканчивается прием работ на конкурс. И по нашему времени, вот по калифорнийскому здесь, Pacific Standard Time. И что еще, как передать видео? Ты представляешь, что они будут все новогодние каникулы заниматься твоим видео? Почему? А, у них более полтора месяца есть. Да, но с первого... До конца января время есть. Правильно, да. Половина января они празднуют. Там же, ну, Света, ну послушай сюда, ну две недели достаточно. А что значит празднуют? Кто празднует, кто не празднует. Вот, значит, в праздничном настроении будут делать, значит, если кто хочет поучаствовать. Это же для фана, это же не то, что там... Поверни, смотри, как красиво. Да.
И сейчас я смотрю, чтобы мы никого не обидели тут на дороге. Действительно, красиво, дождик идет, и там такие, знаете, туманы. С точки зрения, как передать видео, ну давайте так, вы можете... Сейчас, понимаешь, нету больше личной переписки в Ютубе. Значит, как видео передать? Значит, вы можете просто в комментарии к этому видео, вы просто помещаете ссылку на то видео, которое вы либо вы на Ютубе его можете себе повесить, где у вас там канал есть, либо на каком-нибудь файлообменнике, чтобы я мог оттуда скачать. Я хочу сказать такую вещь, что ссылки не проходят насквозь в Ютубе. Ссылки, чтобы они появились в комментариях, чтобы все могли увидеть, это я должен был бы значит, эту ссылку авторизовать, чтобы она прошла насквозь. Все ссылки поступают на модерацию ко мне. Поэтому, значит, вы совершенно безобидно можете использовать, если вы ссылку шлете, вы можете рассматривать это как такой... private message, да, он только ко мне придет, никто больше не увидит. Значит, шлете мне вот эту ссылочку в комментарии под вот этим видео. Это у нас будет единственный способ официального приема. Конечно, те из вас, кто там, может быть, со мной как-то в скайпе связаны, вот, или там по имейлу, вы можете и другие каналы использовать, но просто я не уверен, что как бы гарантированно поступит. Поэтому... если мы так хотим, чтобы точно пришло, да, и не потерялось, и не заблудилось нигде, то мы не будем слать имейлом или там в скайпе, а вот так в комментарии и пришлем. Все, друзья, значит, конкурс объявляется открытым. Счастливо!